Ну, для того, чтобы оценить развитие событий в Европе, мы с вами должны понять, что Европа, Евросоюз сегодняшний, это проект Соединенных Штатов Америки для того, чтобы собрать всю Европу в некое одно управляемое ими объединение, для того, чтобы было легче Европой править и направлять ее в нужную для Соединенных Штатов сторону. Соединенные Штаты Америки ослабляются, это видно и на финансовом рынке, доллар уже не тот, что 10-20 лет назад. Поэтому, на самом деле, судьба Евросоюза тесно связана с судьбой Соединенных Штатов Америки. По мере ослабления Соединенных Штатов Америки будет ослабляться Евросоюз, а мы с вами прекрасно знаем, что если существует многонациональное, из многих стран соединенное нечто, и все находящиеся в этом объединении недовольны, то судьба этого объединения вряд ли может быть каким-то радужным. Что-то вот такое перезагрузить его, переизменить, наверное, вряд ли получится. Поэтому, если все будет продолжаться так, как сегодня, с постоянными финансовыми проблемами у одного государства, у другого, то рано или поздно Евросоюз прикажет долго жить.